Дорогие друзья, на днях на рыбалке я поймал хорошую крупную щуку, килограмма на два. Вот, посмотрите, она на разделочной доске. Пузатая. Сейчас весна, время нереста. Очевидно, что она с икрой. Да, и икры прилично, грамм 500-600. И какое же ждало меня разочарование, когда я сделал продольный надрез по брюшку. Давайте посмотрим. Опа-чки. А где икра? Где, мать его, гребаная икра? А что мы тут видим? Ну, это желудок. А в желудке... А что у нас в желудке? Давайте посмотрим. Итак, в желудке у нас... Опа. Да тут плотвы. Грамм 200. Да? Посмотрите. Раз рыбина. Два рыбина. Ну, можно сказать, три рыбина. Четыре. Пять. Шесть, семь, ну, можно считать ее за восьмую, но тут хвостик остался, все перевалилось. Вот, товарищи, что меня ждало вместо положенной баночки щучьей икры. Ну, как же так, а? Что же, жарить остатки чьего-то ужина? Ну уж нет. Пожалуй, пожарю я тебя. Дорогие друзья, следите за моим новым видео. Подписывайтесь на мой канал «Я же папа-муж». И любите природу, мать вашу.